Всем привет! Мы находимся в Петропавловске-Камчатском, столице Камчатского края. Здесь видно Вачинскую бухту, видны горы, сопки. Весь Петропавловск-Камчатский окружен потухшими вулканами, которые мы сейчас можем наблюдать. Город впервые приехали в 1697 году казаки. После этого в 1740 году была проведена первая экспедиция на кораблях святого Павла, имени святого Павла и святого Петра. После этого лишь в 1812 году город получил, поселение получило статус города, который назывался Петропавловская гавань. После этого он переименовывался в Петропавловский порт, а уже в 1923 году стал называться Петропавловском-Камчатским. В этом городе климат достаточно мягкий, но с другой стороны холодный, учитывая то, что город находится на 53-й параллели, то есть на такой же параллели, на которой находятся такие города, как Орел, Брянск или в Великобритании Манчестер, его температура на 5-6 градусов ниже, чем в этих городах. Тем не менее, сейчас достаточно тепло, лето, зелено и красиво. Всем пока!